Всем привет! Хочу поделиться с вами, как приготовить драники. При этом драники будут приготовлены довольно-таки быстро и очень вкусно. Для этого нам понадобится картошка, мука, можно также использовать пшеничную, ржаную. Потом понадобится сало с кожуринкой. Сало предварительно немножко отвариваем, понадобятся яички. Сейчас картошку всю протираем на мясорубке. Также протираем там сало. Потому что, сало может и сырое, но потому что оно может до конца не сготовиться, поэтому лучше все-таки протирать на мясорубке уже немного вареное. Вареное с жирком. Здесь просто в картошке вся фишка в том, что у вас драники получатся с такими маленькими комочками. То есть они будут не длинненькие, а они будут комочками. Ну, все, теперь трем. Сейчас натрем, покажем, что получилось. Так, все, накрутили сейчас на тарелку картошки. Но у нас не помещается, поэтому берем... Высыпаем это все в кастрюльку, нашу смесь, и крутим дальше наше сало с картохой. Все, сейчас потом покажем. Так, у нас получилась вот такая вот, такой вот салатик из сала и картошки. Добавляем туда яички. Какие они шершавые. Потом по вкусу можете посолить, поперчить, как хотите. Так. И довысыпаем туда заодно сразу муку. Муки добавляем совсем немножко. Все это дело перемешиваем. Сейчас перемешаю, потом покажу, что получилось, какая масса. Так, ну вот, мы перемешали все. У нас получилась вот такая вот офигенская штука. Сейчас мы из нее, сейчас нагреем сковородку. И уже будем лепить из нее блинчики. И жарить драники. Ждите. Так, все, у нас сковорода нагрелась. Берем нашего драника. Так как там сало, мы масла не добавляем, только первый раз, чтобы не пригорело. И выкладываем драники сюда. Поэтому делаем такой блинчик, второго драника. Одновременно делаем чуть потише. Еще выкладываем драники. Теперь обжариваем их со всех сторон. Все, обжариваем и ждем, потом покажем, что вышло. У нас получились вот такие вот чудесные драники, очень вкусные, такие прям, шикарные. И вот к ним сметанку сейчас будем есть, прям аж слюнки бегут. В общем, надеюсь, вам понравился данный рецепт. Подпишитесь обязательно на канал, поставьте палец вверх. Пока-пока!